свободы. Под Новый год правительство Приморского края подготовило подарок для молодых предпринимателей – 500 000 на запуск или развитие своего дела. Для этого необходимо получить грант. Министерство экономического развития объявляет второй в этом году конкурс на грант для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. У молодых предпринимателей есть уникальная возможность получить до 500 000 рублей на открытие или развитие собственного проекта. На данный конкурс могут податься предприниматели с любым видом деятельности, за исключением производства и реализации подакцизных товаров. Минимальная сумма гранта – 100 тысяч рублей, максимальная – 500 тысяч. Деньги выдаются при условии софинансирования молодым предпринимателям не менее 25% расходов, которые связаны с реализацией проекта. Потратить средства гранта можно на аренду, ремонт помещения, приобретение оборудования, мебели, уплату лизинговых платежей и многое другое. Чтобы получить такую поддержку от государства, необходимо выполнить несколько условий. Одно из них – прохождение бесплатного 4-дневного тренинга «Азбука предпринимателя». Он проходит не только во Владивостоке, но и по всему краю. Это и Уссурийск, Находка, Большой Камень, Дальнереченск и Арсеньев. Их проводят профильные эксперты, это юристы, это люди, занимающиеся ведением учета, также маркетинг у нас, консультация доступна. И после этого, конечно, приглашаем на обучающие курсы, где человек просто может свою идею, обкатать и посмотреть на нее со стороны и что-то скорректировать. Поддержка молодежного предпринимательства – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Приморского края. На сегодняшний день в Приморье насчитывается 86 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 24% основаны молодежью до 35 лет. Грант для молодых предпринимателей – не единственная мера поддержки от государства. Помимо грантов для молодых предпринимателей, мы также предоставляем поддержку для социальных предпринимателей, для экспортеров, для производителей одежды и производителей инновационных товаров. Узнать подробную информацию о мерах поддержки для бизнеса можно в телеграм-канале Минэкономразвития Приморья.